Ребята, посмотрите, какой бычок у нас сегодня в гостях. Это символ Нового года. А знаете, из чего я его сделала? Из шарика, клея ПВА и ниток. Шарик нужно слегка надуть. В миску налить клей. И намочите в нем нитки вот таким образом. Теперь нужно шарик обмотать этими нитками. Если нить быстро закончилась, можно еще долить клея и снова опустить в него новые нити. По завершению работы шарик в нитях нужно хорошо просушить не менее 24 часов. А пока шарик сушится, можно нарисовать мордочку бычку. Хвост бычку можно сделать из длинной полоски бумаги. Что ж, хвост и мордочка бычка готовы, пора браться за шарик. Неострой стороной карандаша нужно попытаться отлепить шарик от ниток. И только после этого проткнуть его острой стороной. Вот и туловище бычка тоже готово. При помощи двустороннего скотча приклеим мордочку. Склею хвостик. И символ 2021 года готов. Ну а я с вами, ребята, прощаюсь. Пока-пока!